Я вот новую идею придумал, почему много зарабатывают деньги именно ютуберы. Ну, в общем, продолжение будет. Лайк, подписка, чтобы вы там смотрели до конца. Вот, для того, чтобы они зарабатывали много, им нужно вкладывать время. А время это деньги, мы должны об этом знать. Тем самым, с помощью музыкантов раньше, до интернета, до ютуберства, музыканты же привлекали клиентов, рестораны привлекали клиентов, ютуберы то же самое делают. Они завлекают клиентов. Если они магазин еще покупку будут там продавать свой магазин, или там будут сотрудники, рекламодатели, то тем самым они будут больше зарабатывать и будут похоже на всякое такое, на богатство. Да, вот это хотел бы сказать. Поэтому количество имеет значение. Да, количество подписчиков, просмотров, это уже другая тема. Если хочешь продолжение, лайк, подписка. Вот. А почему ютуберы богатые? Потому что у них подписчики, фанаты, музыкант. Ну, допустим, ютубер это музыкант. Вот и все. Думаю, все понятно будет. Еще такой, наверное, один вопрос. Что если этот ютубера нет фанатов? Возможно, капля есть, но он банкрот. Он там геймер. Ну как банкрот? Ну, вообще-то и банкротов вообще ютуберов нет. Они или мало зарабатывают, но они не могут ничего не зарабатывать с клиентов, с зрителей. Они не могут ничего не зарабатывать. Они заработают по-любому, хоть копейку, да копейки. Ведь такая ютуберская жизнь, ведь потому что так. Поиграть, короче, в игру кого еще не там. Называется ютубер, игра ютубер. На компьютере скачайте себе. А на телефоне там другая игра. На компьютере очень прикольно, там поймете, в общем, на количество имеет значение. Потому что перевеличено с деньгами. Но там суть такая. Потому что сейчас реклама в тренде, рекламируют разные товары, чтобы обогнать конкурентов, и тем самым там очень много денег валяется. Никому не нужны, ютуберы подбирают их и там пополам делятся, им клиенты дают то, что они поработали подписчикам, прокачали свои подписчики. Это как война сейчас в Украине, Россия, когда Россия военная операция вошла в Украину полностью, убивая всех. Теперь она не начинает, наверное, делать. Получается, как так? Так что у нас происходит, слышите? Надо этим заняться. Пока.